We Раннее утро где-то в Колорадо. Ма 21-2015-14-39. Очень крутой особенностью дорог в США является то, что если дорога проходит Мома какого-то места с историческим значением или просто с красивым видом, то в этом месте обязательно будет парковка с удобной смотровой площадкой. Указатели предупреждают водителей за милю до такой локации о том, что скоро можно будет остановиться и посмотреть на что-то интересное мы никогда не пропускаем такие места. 1. Живописная точка на трассе. I-70. На пути из Брикенриджа в Денвер. Раннее утро. 2. По правую сторону от трассы находится небольшой каньон с протекающим внизу ручьем. Clear Creek. И горы. Место находится между городами. Silver Blue. И. Georgetown. Крошечными по размерам, но важными центрами золотодобычи во время золотой лихорадки. Внизу проходят участок железной дороги, Colorado Central Railroad, который называется Georgetown Loop. 3. Дорога и местные шахты сейчас, туристические достопримечательности. 4. 5. 6. 7. 8. США. Leave a comment.